11 вещей, которые меняют жизнь мужчин после брака навсегда. Почти каждый холостяк в какой-то момент готов покончить со своей беззаботной, одинокой жизнью. Некоторые моменты прошлого заставляют ностальгировать и напоминают о счастливых днях, а некоторые вещи нужно забыть навсегда. Вот некоторые эпические изменения, которые происходят после того, как человек нашел свою единственную. Зарплата. Когда человек один, допустим, он зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц. Его прекрасная девушка зарабатывает, например, 20 тысяч. Они женятся, и жена получает 50 тысяч в месяц. Это справедливо, у семьи есть общий бюджет. Но муж остался ни с чем. Ноль. Звучит нечестно? Эй, любовь бесценна! Так моя жена говорит. Сон. Когда вы холостяк, ваша кровать – ваша кровать. Для вас и только для вас. Как только вы женитесь, вы уже не одиноки, в том числе в кровати. Даже когда просто спите. Но самое забавное в том, что вам это действительно нравится. Правда? Средства передвижения. Когда вы холостяк, у вас супер крутой мотоцикл и супер крутая девушка, скорость и адреналин прежде всего. Когда вы женитесь, у вас все еще есть супер классная девушка и велосипед. Теперь главное – безопасность. Велосипед тоже крут, просто по-своему. Холодильник. Вот типичный холостяцкий холодильник. Вам не нужно много еды, потому что вы предпочитаете есть в кафе. А вот как выглядит холодильник женатого человека. Я без понятия, для чего нужны некоторые бутыльки, но я обожаю то, что в итоге оказывается на моей тарелке. Багаж. Чтобы путешествовать как холостяк, вам нужны только зубная щетка и паспорт. Готовы идти! Когда вы в браке, все, что вам нужно, это... терпение и силы. Независимо от того, как далеко вы едете, у вас всегда куча вещей. Тренировки. Если вы холостяк, для поддержания формы вам нужно сделать 10 упражнений с гантелями, 40 приседаний, 50 отжиманий и бегать каждое утро. Вот и все. А теперь добро пожаловать в семейную жизнь. Все, что вам нужно, чтобы оставаться в форме, это делать покупки 2 раза в неделю. Автомобиль. Посмотрите на машину холостяка. Она впечатляет. Но, честно говоря, я думаю, вот это круче. Этот парень каким-то образом сумел закрепить все на крыше. Это не волшебство. Это называется брак. Выходные. Будучи холостяком, в выходные вы встречаетесь со своими товарищами и делаете все, что хотите. Никаких правил, никаких ограничений. Место, где вы чаще всего бываете, когда у вас есть семья, это зоопарк. Как ни странно, вы на самом деле хотите пойти туда. Иногда это нравится вам даже больше, чем вашим детям. Ужин. Обычный ужин холостяка выглядит так. Буквально каждый день. Покажите мне свою красивую коллекцию коробок для пиццы. Но вы женитесь и... та-дам! Посмотрите на стол. Кто бы не хотел жениться, а? Ванная комната. Что еще нужно холостяку, чтобы оставаться идеальным? Ничего. Сейчас жена говорит, что я не должен касаться ни одной из этих бутылочек в нашей ванной. Это легко, я ведь даже не знаю, что внутри них, и не хочу знать. Любимые телевизионные программы. Когда я был одиноким, каждые выходные смотрел футбол. Сейчас я каждый вечер смотрю мультики с сыном. И знаете что? Я действительно люблю мультфильмы. Есть ли кто-то, кто не любит их? Вам понравилось видео? Тогда не забудьте поставить лайк. А если вы у нас впервые, подпишитесь на наш канал, чтобы всегда оставаться с Адми.